Это город Днепр. Рядом Днепропресс-Сталь. И вот это, как мы видим, дымится. Дымится, не просто дымится, выбрасывает черный неочищенный дым. Это Днепропресс-Сталь. Вот это вот тот запах серы, который мы слышим на 12-м квартале и в нашем частном секторе. Вот я писала письмо, но сказали, нет доказательств, где экологические службы. Никто не обращает на это внимания. Днепропресс-Сталь начали выбрасывают без фильтров воздух, выбрасывают свои выбросы. Видите, вот это... Вот это ихние трубы.